Теперь кадры происшествия в Петрозаводске. Там минувшей ночью во время грозы молния ударила в троллейбус. От сильнейшего разряда сразу же загорелся мотор и проводка. Огонь перекинулся на салон. Пассажиров поздний час было немного. Все они, включая водителя, успели выбежать. А уже через считанные минуты полыхало так, что на площади, где все произошло, стало светло как днем. Прибывшие пожарные сбили пламя, однако троллейбус полностью выгорел. От него остался лишь обугленный каркас.